В день своего основания единороссы по всей стране принимали граждан и стремились помочь в решении их проблем. Анапа, разумеется, не стала исключением. Просьбы самые разнообразные, но в основном, конечно, людей интересовало это социально-бытовые условия. Это обеспечение водой, обеспечение газом, обеспечение теплом, благоустройство, дороги, тротуары. Часть решалась прямо конкретно во время приема. Кому-то надо было оказать помощь в ограждении. Ветеранам сразу принимались решения. В этот день в общественную приемную «Единой России» обратились 104 человека. Встречи с населением провели не только депутаты, но и руководители структурных подразделений администрации других ведомств. Конечно, не все вопросы мы можем решить. Вот. Но объяснить и дать возможность еще раз вернуться к этим вопросам и поработать над их решением. Разъяснить людям, наверное, это самое главное сегодня, чтобы услышать людей. Проблемы горожан давно волнуют представителей анапского филиала партии «Единая Россия». Итоги приема подвели в рамках круглого стола, где определили новые цели и задачи, а также обсудили проблемы анапчан и возможности их решения.